Ну а депутаты окружного собрания на сессии приняли изменения в бюджет Ненецкого округа на текущий год. Они касаются расходной части казны, доходная останется без изменений. Средства будут направлены на сферу образования, здравоохранения, ЖКХ и строительства. Подробности далее. Наибольшее увеличение расходов предусмотрено по департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. В частности, на 228,5 миллионов рублей увеличены расходы на строительство дороги до Усинска. 50 миллионов рублей будет выделено в качестве субвенции местным бюджетом на выкуп у граждан аварийного жилья. Еще 50 миллионов на реконструкцию улицы Авиаторов в целях достижения показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, будут выделены средства на обследование домов и снос ветхих строений. 10,3 миллиона рублей на проведение мероприятий по сносу 20 домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными, непригодными для проживания. 5,2 миллиона рублей на обследование 47 многоквартирных домов. Образовательному ведомству средства увеличены на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, субсидии социально ориентированных НКО в сфере туризма. Также будут выделены средства на капремонт образовательных учреждений. В частности, предусматривается предоставление субсидий на ремонты садиков в Нельминосе, Вискателях и Ромашке в городе. Затем двух школ ремонты – это в Нельминосе, Вискателях, а также на предусматриваются бюджетные средства на разработку ПСД для капитального ремонта ДК в Хангурее. Еще 5 миллионов рублей дополнительно направят на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций. Увеличение средств связано с повышением стоимости питания с 147 до 260 рублей в день на одного ребенка, а также на транспортные расходы по перевозке детей автобусами из искателей. Более 6 миллионов рублей будет выделено на бесплатные путевки детям, которые нуждаются в санаторном лечении по медицинским показаниям. Более 9 миллионов рублей на проведение капитального и текущего ремонта в окружном противотуберкулезном диспансере и Центральной районной поликлинике. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».